Всем привет. В общем, попал я в небольшую передряжку. Ехал на фордике на своем по трассе. Машина сломалась. Пишет, двигатель неисправен. На улице идет дождик. Сейчас вот. А тут вот такая заправочка заброшенная стоит. Решил вот под крышу спрятаться, заехать. Посмотреть, что да как. Может, что думаю, получится сходу починить. Пытался только что снимать клейму. Ничего не помогло. Клейму на 5 минут снимал. Пишет, двигатель неисправен. Заводишь. Завелся, но колбасит. Колбасит страшенно, бля. Жестко колбасит двигатель, короче. Не знаю, что сейчас делать. Я думаю. Вот газку даешь, он поровнее работает. Вот думаю, надо будет. Короче, буду пытаться, наверное, двигаться. Хотя бы 2000 оборотов держать, чтобы его так не колбасило. И таким образом потихоньку добираться до дома. До дома километров 30-35. Приблизительно плюс-минус. На приборке вылезла ошибка двигателя. Диагностического разъемчика с собой нет, к сожалению. Конечно, можно за эту дорогу ушатать двигатель. Но вариантов других нет у меня сейчас. Потихоньку сейчас поедем добираться. Потом приеду до дома, надеюсь, доеду, все нормально. Будем делать диагностику, искать причину. Так, визуально ничего такого тут нету. Надо сделать диагностику, там она точно покажет, потому что ошибка двигателя горит. Возможно, какой-то датчик навернулся. Такая, друзья, песня, блин. Ехал на работу, интернет подключать. Сейчас обзвонил всех абонентов, сказал, что не ждите меня. Такие вот приключения. Еще еду дорогой, думаю, ёпарас, это фордик-то у меня старый, как динозавр, старенький фордик-то уже. Надо бы, думаю, поменять, что-нибудь посвежей. И он, бац, короче, мне такой сюрприз подгоняет. Вот, друзья, так что не переключайтесь. Видео будет полноценное. То есть добью до конца, разберусь, в чем проблема. Кому интересно. На холосты колбасит жестко. Он до 2000 крутишь, вроде потихоньку работает. Горит лампочка. Ошибка инжектора. Check-in engine. Как там правильно, короче. Будем пытаться потихоньку выезжать. Жесть, короче. Ехать примерно 35 километров, надеюсь, получится добраться. На улице идет дождик, там туча вообще совершенно большая. Проехал уже примерно километров около 10,
вот на пятой передаче 70, двигатель самое главное не дергается, спокойно едет, масло в порядке, жидкость охлаждающаяся в порядке, то есть двигатель я не перегрел, масло в норме, что там по электронике отпало, двигатель не стучит, ничего не брякает. Скорее всего, что-то по электронике навернулось. Проехал еще около 5 километров. На пятой передаче вот едешь 70-80, разгоняется. Блин, тут дорожники встали, надо встречки уступать. Вот. И подъем. Сейчас в подъем буду ехать на первой передаче, дай бог. Если поедет. Как они жестко засрались. Давай, родная. Короче, такое чувство, что два цилиндра просто перестают в какой-то момент работать, и вот эти рывки из-за этого и происходят. Возможно, датчик коленвала, который на маховике, ну, то есть там, как правильно это называется, в общем, датчик коленвала, да, что-нибудь. До дома остается примерно 20 километров, 21-22, если быть точным. Но она, в принципе, едет, только получается, что два цилиндра работают постоянно, а два цилиндра перебоями. Сейчас мы вам приедем разбираться, так что не переключайтесь, досматривайте видео до конца. Пока не найду причину, пока не починю, видео это не закончится. Так уж получилось, камера была с собой, так что... Все засниму. У нее биркин, цвета осень. Она закурит, но я бросил. Ась занижает градус Рокси. Подо мной М5, асфальт 8. У нее биркин, цвета осень. Она закурит, но я бросил. Ась занижает градус Рокси. Эй, я. Я не могу тебе берегать. У меня жена. Создаю пробку за собой. Все, почти добрались до дома. Сейчас. Ой-ой-ой. Сейчас немножко по внедорожью по такому и в гараже. Сейчас там включимся, приедем. Так, друзья, подъезжаю к дому. Это очень даже хорошо. Так, все. Глушим. Сейчас посмотрим, что там под двигателем происходит. Точнее, под капотом. Да, до дома добрались. Это уже не может не радовать. Так. Так. Друзья, подключил ELM-327 разъемчик. Вот все подключился. Еще не смотрел. Вместе с вами откроем.
Все датчики. Так, все датчики, все датчики, все датчики. Так, окей. Лампа чек включена. Коды неисправности. 3 кода. И пластиковую щетинную щетку. Если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите электрик. Короче, ошибка говорит о том, что ошибка дроссельной заслонки, друзья, в общем. Тут вот посмотрел небольшое видео, говорят, что почистить там что-то можно и, в общем, побрызгать, попшикать. Сейчас пойдем разбирать, смотреть, что у нас там с дроссельной заслонкой. Погнали. Мазики, такой беспорядок. Вот у нас, собственно, дроссельная заслонка. Друзья, будем разбираться, что тут могло произойти. Погнали. Сейчас вы обалдеете, насколько причина банальная и проста. В общем, у меня засрался фильтр воздушный. Я заказал новый фильтр, в общем, но пришел не тот. Снимаю фильтр, который у меня старый стоял, вот он старый. Я увидел, что он вообще наглухо забит. Я решил тут вырезать отверстие и, ну, хотя бы чем-нибудь это, то есть времяночку, так сказать, сделать чем-нибудь, чтобы фильтровалось. Засунул, короче, сюда спанчбонд, так закрепил, все нормально. И на больших оборотах, видимо, этот спанчбонд у меня улетел вот в дроссельную заслонку. Да, короче, ой, сам виноват, в общем, друзья. Вот он у меня. Я как бы и признаю свою вину, и с другой стороны и рад, что отделался мало крови. Вот, друзья, видите, сколько грязи. Зато заслонку почистил. Видите, сколько грязи. Обалдеть. Да, вот такая вот песня, друзья. Но сейчас я уверен, что он заработает четко и ровно. Вот как раз дождик добрался и до наших мест. Заодно заслонку почистили. Сейчас сделаем, друзья, пробный запуск. И едем на Валберис забирать новый фильтр, устанавливаем новый фильтр. Так, сейчас вот так скручу. Так, открыт капот, теперь пишет, видите. Все, друзья. Все работает, друзья. Вот так вот, друзья. Дело было не в бобине. Но сейчас не переключайтесь, сейчас поехали идти. Прокатимся на Амода C5 на новой. За фильтром. Короче, дождик добрался и до нас. Я когда сломался на Форде, дождик меня застал там. Да, насчет Форда я, конечно, аж испугался. Думаю, ёпарасы, ты вот это вот. Попал на ремонт на конкретный. А сейчас как раз надо работать, ездить. Чудо виноват. Заказов много. Все, новый фильтр. Сейчас дождик кончится, поставим.